Добрый день. Добро пожаловать в Академию груминга Боншери. Меня зовут Валентина. Я администратор Академии груминга Боншери. И сейчас покажу нашу школу, где вы можете проходить курс обучения, если вы решите нас посетить. Сейчас мы находимся вот в этом помещении. Это ресепшн, где у нас приходят клиенты. И ученики принимают собачек, максимально приближенные к реальности салона. С чего начинается ваш путь именно к стрижке собачек? Далее, если мы проследуем, мы увидим зону, рабочую зону. Она достаточно светлая, просторная, где вы будете проходить практику. Что касается мест. Каждый ученик будет оборудован профессиональными инструментами, рабочим местом. Вот. Далее, если мы проследуем уже из рабочей зоны в учебный зал, здесь у нас ученики проходят теоретическую часть, разбор будет у нас мастер-классов, домашнее задание, когда у нас ученик готовиться к этому, и потом это все в теории. Здесь все у нас будет проходить. Далее, если мы пройдем по коридору, мы окажемся в помывочной зоне. Здесь у нас вот такая помывочная, оборудованная. Все есть, все под рукой, косметика профессиональная. Полотенце, как бы все для того, чтобы ученик у нас ни в чем не нуждался, если решит у нас пройти курс обучения. Дальше, если мы пройдем по коридору, значит, у нас там зона, комната для отдыха, когда у нас присутствует, в любом случае у нас есть обеденный перерыв, где ученик может покушать, отдохнуть и переварить ту информацию, которую он получил. Вот. Ну что, по школе мы прошлись, посмотрели. Будем рады видеть вас, если вы решите посетить нашу Академию груминга Боншери 9 марта 2015 года.